В Астану съехались молодые танцоры, певцы и исполнители со всего Казахстана. Ко дню города на сцене столичного парка открылся международный фестиваль юных талантов «Шаттык». В нем принимают участие молодые дарования в возрасте от 5 до 18 лет из России, Узбекистана, Кыргызстана, Китая, Литвы, Турции и Болгарии. Всего 350 человек. В конкурсной программе представлены такие жанры, как хореография, фольклор, вокал и театральное искусство. Фестиваль продлится 3 дня. Есть такой момент, когда если кто-то, например, ярко выраженный, может быть, в вокале народном, но мы им присуждаем даже в звании гран-при, потому что, они себя могут показать, эти дети потом будут представлять Казахстан в других очень многих международных конкурсах и фестивалях, которые будут проходить по всему миру. У нас одна из традиций, которая с этого шаттыка мы всегда направляем на Славянский базар.